Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня поиграем игру... такую игру... Не знаю, как она называется, но мы, короче, здесь будем разрушать человечка, просто убивать их. Ну, не как мы в Playground. Кстати, ребят, простите, что я так много видео не снимал на канале, потому что контент упал на моем видео, которое длилось 6 минут, да? Это во-первых. Там был только один просмотр, а те ролики были много просмотров. Ну и так не было времени снимать. Потому что была школа, ребят, все такое. Ну, надеюсь, кто-то знает эту игру. Я уже купил все карты. У нас ломка. Вот. Пока не купил вот такие персонажи я купил. Транспорты я еще не так много купил, вот. Хотя нет, я много купил. Давайте мотоцикл. Еще вот этот водитель я купил. Давайте сейчас Человек-паук будет. Человек-паук. Хорошо его, ребят, пришлепнуло. Очень хорошо. А, реклама перематываю. Все, ребят, реклама перематана. Ой, нет, давайте еще раз. Какой-то транспорт другой выберем. Давайте вот этот раз. Это было жестко. Я опять туда отлетай. Еще раз давайте нажмем. Хотя нет, давайте в меню. Меню. И какую карту, ребят, выберем? Давайте выберем карту с рыями. Персонаж, давайте у нас будет обычный стикман. Давайте на тележечке у нас будет. Здесь мы поставим резку пилу. Здесь мы поставим пушку. Все, я готов. Старт. Пила, давай разруби его. Хоп, хоп. И давай. О. Все, это победа, ребят. Целых 1000 мы. Еще раз, давайте, еще раз. Только другой транспорт, давайте. Мотоцикл, да. Мотоцикл купил. Мотоцикл убила. Нет. Другую карту давайте тогда. Вот эту давайте. Реклама, опять реклама, перематываю. Ребят, это не реклама. Или это... А, да, реклама, перематываю. Все, ребят, реклама закончилась. Так. Простите, молчал, думал, а в чем будет. Хочешь купить большой? Хочу купить большой, да, хочу купить большой. Так, давайте вот эту колясочку купим. И, ребят, я сейчас небольшую срезочку сделаю. Сейчас я сделаю кое-какой счет. Я выставлял в телеграме канале. Вы хотите, чтобы я снимал с лицом? Ну и набрало много процентов, 2,5 голосов набрало, да. Только один голос, ну, нормы набрал. И ни один голос, нет. Поэтому, ребят, встречайте! Вот. Так, передвинем давайте. Так. Получилось?
Так как мне маленькую сделать? А то всю игру прикрывает это. Давайте вот так сюда вот. Вот это поставим. Вот так. Вот это мое лицо. Я снимаю с лицом теперь. С веб-камерой. Ну ладно, давайте начнем тогда. Поехали. Ребята, очень плохо. Плохо-плохо, дело плохо. Человечка разъела. Еще там пушка. А, все, да? Ему столько стрел воткнули в лицо. Так. Если вы наберете 5 лайков, я сниму вторую часть. Давайте вот эту карту выберем. Выберем скейт. И еще выберем Человека-паука. Человек-паук готов! Чего здесь камни падают? Камни падают. Ладно. Так. Надеюсь, вам нравится, когда я снимаю с веб-камерой. Вот так вот. Так. Кого еще выберем? Ребят, кого и выберем? Давайте выберем. Оп. Сейчас я вот так вот сделаю, чтобы камера не отключалась. И давайте выберем какую-нибудь карту прикольную. А мы можем свою карту? Нет, мы не можем. А это что за? А, это цвет, да? Так. Что выберем? О, давайте вот это тогда выберем. Транспорт мы сделаем самый крутой. Мобила такая. Это было очень жестко, ребятки. Это было жестко. Давайте еще разик сделаем, только другой транспорт. Хотя нет. Ладно, транспорт другой выберем. О, давайте вот это. Прям вот так, вот так. Этого Человека-паука просто... Разъела. Не знаю, его просто убили. Ладно, так, что дальше мы выберем? Прямая давайте тогда выберем. Прямая. Что это значит, не знаю. Ну вот напрямую пойдет Железный Человек. И мы можем поставить что-нибудь крутое. Давайте вот это поставим. Еще динамит поставим. А здесь супер скорость. Транспорт давайте. Самое быстрое. Фу, ребят. Еще раз давайте нажмем. Реклама перематываем. Все, ребят, реклама закончилась. Давайте, во-первых, персонажа на большого этого чувака поменяем. Во-вторых, вот. Обычный такой маленький. Вот такой вот. Остался на своем. Еще раз давайте. Он выдержал все-таки. Оп. Так, теперь аккуратненько падает. Ну я хотела аккуратненько. Ну да что-то. А, можно здесь позы менять? Давайте тогда вот так вот сделаем позу. Надеюсь, ты вызовешь человека. Его чисто. Чисто разрубила на куски. Ну, не разрубила, а просто уничтожила. Вау!
О, об колесо было больно. Об колесо, представляете? О, было бы больно, ребят. Так. Давайте в меню тогда зайдем. Давайте выйдем из игры. Давайте зайдем в Melon Playground все-таки. Только теперь надо поменять, а то на вниз, давайте вниз тогда поменяем. Так, нажимаем на карту. Сейчас надо взять человечка. Знаете, почему я поменял? Потому что взяли человечка. У меня не работает замедленный режим. Так лагать начала. Одного человечка хотя бы убить вы должны. Так лагает. Ух, ладно. Какую еще мы можем игру зайти? О, Геометри Дэш, Геометри Дэш. Давайте. Геометри Дэш. Я специально скачал для этого ролика много игр. Так, и даже построил свой уровень. Я сейчас вам покажу. Давайте. Второй уровень. Это вроде мой, да? Да, это мой. Вот так вот я прыгаю. Я вот это строил. Так, так, так. Прыжок. Там нельзя прыгать. Там, если я прыгну, я умру. А здесь просто не прыгаем. Опять. Ах, плохо дело. Хоп. Давай, 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 давай. Кстати, я сейчас покажу. Если здесь прыгнуть, мы умрем. Всем, мне кажется, кто-нибудь попадется на эту ловушку, что там прыгать нельзя. Давайте тут прыгаем, прыгаем. Оп-оп-оп. Ах, плохо дело. Там невозможно вроде, да? Подождите, я сейчас хочу проверить. Там же возможно должно быть. Но я попробую с чекпоинтами тогда пройду. Если там возможно с чекпоинтами, тоже я смогу. Ну, если там возможно я пройду с чекпоинтами, то... Подождите. А, я понял. Здесь вот смотрите, здесь просто. Здесь не. Вот здесь надо прям прыгнуть точно. Потому что если ты не прыгнешь. А, здесь можно не прыгать. Я давайте поменяем тогда. Туда колючки не будем ставить. Где мой уровень? Вот мой уровень. Давайте вот это тогда уберем. И вместо этого мы поставим. Ну, какой-нибудь. Не знаю. Какую-нибудь штучку. Вот такую штучку поставим. Вот так вот. Все. А теперь пройдем. О, а это замедление, что ли? Только что замедление было, да? Или это лагание? А, да, лагание. Оп-оп-оп. Да, получается. Изи, изи. Это взяла изи. Было изи. Фу. Прошли. Ой, куда я нажал? Видите? Ладно, я не сажаюсь. Куда я нажал? Как? А, вот. Кнопочка. Так. У меня геометр здесь просто не злом, видите? Так вот, тогда поменяем. Сюда нажмем. Сюда нажмем. Давайте попробуем пройти с этими.
чекпоинтами. А почему не замедляется? Вот здесь, видите, у меня замедляется. Ладно. Оп-оп-оп. Первый уровень. Оп. Геометри дэш. Просто геометри дэш. Геометри дэш. А мне здесь надо чекпоинт брать. Оп-оп-оп. А это невозможно! Прыжок, прыжок! Это как это? Фу-фу-фу. Так, самолетик, да? Так, самолетик. Самолетик! Так, пусть вниз спускайся. Вниз спускайся. Фу. Мы пройдем этот уровень. Хоп. Хоп, 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 хоп. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Я пройду, я пройду. Я хотя бы с чекпоинтами пройду этот уровень, ребят. Я хочу этот пройти уровень. Здесь просто не прыгаю. Оп, оп, оп. Три колючки, ребята, я прошел только что. А две не могу, получается, прийти, да? Я понял. Так. Прыжок, прыжок, прыжок. Оп. Это прям... Ребят, я пройду. Так, чекпоинт уберем. Ах. Опять самолет. Уходила. Куда я залетел? Куда я залетел? Я на какой-то сложный уровень залетел. Я вообще, вот мои руки, я вообще ничего не трогаю. Оно должно вниз спускаться, куда я залетел. А, я могу чекпоинт убрать. Я еще один чекпоинт уберу. Я еще один чекпоинт уберу. Я еще один чекпоинт. Все чекпоинты вообще уберу. Так, ребят, давайте, давайте. Плохо, плохо дело. Оп, оп. Наверх. Так, вниз. Вниз, вниз, вниз. Наверх, наверх, вниз. Вниз. Опять та же эта проблемка. Да! Ура! Yes! Правда, я стикпоинт прошел. Ну ладно. Я не понял, да как это? Ладно, что-то другое сыграем. У меня больше никогда нет, которым можно сыграть. А давайте браузер, Алиса. Разрешите приложение. Так.
браузер. Но если вы хотите, чтобы я это сделал, кто хочет, то... Давайте я сейчас... кто. Ребят, Алиса вообще в этом не какая-то. Ну, вы поняли. Тогда давайте зайдем в. Ну, куда еще можно зайти? Никуда уже. Давайте вкачать, тогда зайдем. Что будем в следующем ролике снимать тогда? Так. Что здесь? Нет, здесь ничего, здесь ничего, здесь... Опачки. Здесь есть геометр дэш. Это другой, но мы это сделаем потом. Мы на следующем ролике это все будем заходить. Опачки. Ребят, опачки, это в следующем ролике будет. Опачки, ребятки, я это не снимал. Но я это скачаю взломчик. Пока у нас скачивается не взломчик, я еще научу скачивать взломчик. Еда. Так, заходим. Как скачать взлом? Говорим. Ну, мою игру. Нажимаем в поиске. Ну, в кнопочке. Нажимаем на первый сайт. Может, вот, либо на вот этот сайт, ребят, самые хорошие сайты. Только не скачивайте, когда вам говорят, вы точно хотите скачать это приложение. Только когда можете скачать, тогда ничего не пишется, а сразу же скачивается. И не скачивайте это, когда у вас за секунду скачивается. Вот так. Ну, кому не нужно, можете не скачивать. Нажимаем на этот сайт. Нажимаем сюда. Нажимаем на первую штуку. Ждем время. Маленькое. Секундочки. Оп, у меня уже открылось, но мы это в следующем ролике. Нажимаем скачать. И вот, без никаких надписей у вас должно скачиваться файл. Потом вы просто нажимаете вот сюда, файлы. И вот, ребята, у вас скачивается взломка. Ну, дальше уже вы можете делать все, что захотите. Ну, типа, нажать скачать, скачать, скачать. И все, ребятки. Ну, ладно, ребят. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока опять!